Начала запись. Мой пультик работает. Ура, ура, это пульт тут. Селфи-палки. Очень-очень удобненько. Мы собираемся, сидим, ждем, когда Дмитрий соизволит разрешить и идти уже в машину, и чтобы мы поехали. Мы едем на океан за шиповником. Вот. Ну, а чем я могу еще снимать видео? Как слово, мы куда-то едем? Да, Дима, поздоровайся с моими зрителями. Здравствуйте, ее зрители. Зрители. Ну, вы понимаете, да? Сегодня я в новом худи, видите? Вот, написано. Вот, написано. My piece of Камчатка. Как это переводится? Что-то мое место Камчатка? Или... Окей, Google. Как переводится My piece of Камчатка? Google молчит. Не учи. Ну, типа, мое место Камчатка, что-то такое. Подключен сейчас к без интернета. Я, в общем, вчера сняла ресницы. Смотрите, вот это вот. То, что я отрастила вот с такой вот штучкой, купила на Wildberries. Вот это вот. Вот, вот эти вот пеньки. Так, вот этот комментатор. Отключите четвертый микрофон. Да, у меня ресницы, они длинные, но тонкие, прозрачные. Поэтому мне приходится их, так сказать, выделять тушью. Ну, в общем, кто в курсе, тот знает. Видите, вот они в разные стороны растут. В общем, я решила, наверное, чуть-чуть отдохнуть от нарощенных ресниц. Не знаю, что из этого получится, вообще долго ли выдержу. Вообще у меня коррекция в среду. Ну, посмотрим, посмотрим. Вот. А вчера мне на кассе девушка сделала комплимент, сказала: а вы сами краситесь? Я говорю, что ты не поняла? Я думала, она, может, там про волосы, думаю, что тут уметь-то, господи, намазывать и все. А она такая, на лицо, что я хорошо крашусь. Такая вы прожили. Поехали, да, уже. Курток там у меня целых две. Кто-то утверждает, что я замерз. А что мы с тобой вчера? Куда? Что мы стоим, да, мы вообще? Куда мы с тобой вчера заезжали? Я с дома, когда поехали. В корзинку? А, в корзинку. Может, покупает нам. Все, понятно. Корзинка это на Камчатке, что-то типа Пятерочки. Семейная корзинка. Магнит, да, называется семейная корзинка. Такой аналог, так как у нас тут Шамса, монополист, и только Фикс Прайс прорвался на рынок Камчатки, и все. Вот. И то я так думаю под эгидой Шамса, вот тут бабки не ходи. Франчайзинг или как он там, это по-любому шамсовское. Вот, то есть у нас таких вот сети магазинов нет, как по всей России. А интересно, Владик есть Пятерочка? Ну вот интересно. Так, есть, что там? Нет, здесь надо, еще 5 минут ждем. Давай, давай. Ну что, снимаю, сейчас протру камеру. Мы на океане. Вот смотрите, это вулканы. Домашний корякский. Апачинский. Вот там океан. Тихий океан. А там, вот смотрите, вот он, Мутновский вулкан. И вот торчит Вилючинский вулкан. Ой. Ага. В общем, приехали сюда собирать шиповник. Я такого шиповника в жизни никогда не видела. Сейчас пройдусь немножко, ну тут мы уже пособирали, покажу. Офигенно. Настя, куда, куда? Настя, они нас теперь хотят затащить на следующий год. Нам тут просто ледниковые пещеры, кратеры, хрен их знает. А. Спускаться туда. Ну пусть хотят, пусть. Во, смотрите, чтобы вы представляли, какой большой шиповник. Ага. Ну это так, видите? Это уже так
хочу сказать, обобранные кустики. Вот. Вот он. Красавец какой. Смотрите. Видали? Это просто вот как яблоки и ранетки. Вот такой у нас на океане шиповник. Это так, что-то я уже по каким-то вещам пошла, где его нет. Специально вот дойду и покажу. Ну вот, видите? Мы уже тут собрали. Ну, буквально, я даже не знаю, за сколько. Вот. Яблоки ранетки будут, видите? Вкуснющие. А еще шикша объелась. Я, кстати, тоже впервые, несмотря на то, что уже поживу на Камчатке, впервые собираю именно океанский шиповник. Он прям славится, этот океанский шиповник. Конечно, внутри вот семечек много, но очень вкусно. Друзья, наши какие-то я снимаю всех. А все? Может, там что-то будет слышно? Ветром. Очень хорошо слышно. Да. Второй раз я... В Самсунге они снимают хорошо, очень хорошо слышно. Я на вулканах везде снимала. Не, там ветер задувал, помните, где мы ходили вот в кальдере по пещерам? Да, ветер какой был? Звук идеальный. Вот все, что мы говорим. Все маты, все было слышно. Я надеялась, что ветром заглушит, но нет. У нас там несколько видяшек есть, и они это прям с шумом с таким. Ребят, ну если что, вы на Ютьюбе не возражаете. Слава тебе, Господи, какие адекватные люди. Хорошо. Так, пошел. Ты куда пошел? Шикши поесть? Ладно. Он пить пошел. Не, ну там реально такая большая шикша. Барик. Они говорят, вон там за тем вот этим увалом, там, говорит, вообще этот шикшовник один. Не, вот здесь вот. А ты вот здесь хотела? Вот такая. А уже все у меня там. Понятно. Посторожили. Димочка, мне шикшу собирай. Тут, если видно, вот. Вот. Ну, такая. Там вообще крупная была. Вот я где-то в траве ее. Там она, знаешь, вообще из полшиповника. Покажи косточку. А. Красота. Так, за бугром говорите, да? Ну-ка. Шикшовник. А, ну да, ого,
Ого! Ого! Шикша! Шикша! Какая крупная. Это в темноте? Немножко не видно. Дима, иди сюда. Смотри, какая большая тут крупная. О, видели? Это шикша. Загуглите. Это уникальная полезная ягода. Мы ее в детстве ели, обожали. Океан я в прошлых видео показывала. Ну это всегда с пуколкой. Против медведей. О, слышали? Такие штуки против медведей. О, сейчас покажу. Сейчас. Опа. Видите тут? Вот она какая большая. Крупная. Обалденная ягода. На вкус ее может показаться она какой-то такой, знаете, не как садовые ягоды водянистые, но у нее такой необыкновенный вкус. Вот, мы северяне ее очень-очень любим. Очень. Вон, красавица какая. Угу.